Из-за столкновения двух автомобилей на улице Кузнецова пострадали два ребенка. Оба школьника, 11 и 12 лет, были пристегнуты ремнями безопасности, а потому получили легкие травмы. В этом году статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних неумолимо ползет вверх. В 69 ДТП пострадали 70 детей. Причем, если раньше чаще случались наезды на пешеходов, то теперь дети получают травмы, находясь внутри салона в качестве пассажиров. По словам участников ДТП, столкновение произошло в тот момент, когда автомобиль «Черри Амулет» хотел на перекрестке повернуть с улицы Кузнецова налево, а во встречном направлении ему ехала «Шкода Фабия». Обе машины сильно пострадали. Кроме этого, досталось и светофорному объекту. Предварительно данное дорожно-транспортное происшествие произошло во время фазы желтого мигания светофора. Но поскольку автомобиль «Черри Амулет» поворачивал налево, совершал маневр, он должен был убедиться в безопасности совершаемого маневра и уступить дорогу транспортному средству, которое двигалось во встречном направлении.